Видите, я сижу, в объективчик я гляжу. Да. Борь, ты как? Отлично! Ой. Не проезд, просто сказка. Узкая тропинка, ну? Ветки прямо в объектив, ухожу на кроны, там рваное синее небо, а потом раз! И такая живописная поляна. Слушай, я теперь буду тебя каждый раз привязывать к бамперу перед съемками. Привет. Зачем? Как зачем? А вы когда-нибудь такие глаза вообще видели? Вот я нет. Я сегодня первый раз вижу. На своем бампере вообще никогда не видел. И не увидишь. А? Слушай, Борь, знаешь, смотри, все сняли, осталось, вот мне кажется, вон пенечки такие симпатичные, да? Посмотри. Да, да. О, как где? Ну вон пенечки. Так. Куда он побежал? Пенечком. Пойдем. Вот же люди, а? Да, отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Кто? Да не, говорю, дровишки у вас тут кто-то заготавливает. Заготавливает? Ну да. Это незаконная вырубка, наш лес некоммерческого назначения, вы понимаете? Честно говоря, я не очень понимаю. Здесь, по-моему, деревьев-то полно. Это только кажется, что полно. Там два деревца, там десяточек тяпнули, а? Если так вот каждый начнет рубить, где захочет, так у нас леса вообще не останется, вы понимаете? Расследовать будете? Я за ним вторую неделю охочусь. Снял? Ничего. В этот раз они от меня не уйдут. Недавно уехали. Протектор, видите? Груженые, медленно пойдут. Живо в машину, поехали! Борь, за ним! Давай! Давай быстрее! Давайте! Спасибо. Под пытками не выключай камеру, понял меня? Да понял я, понял! Выстрелы. Это бесстрашный капитан Вишняков только что прострелил колеса преступников. Выметайтесь из машины. Не поняла. Я говорю, убирайтесь из машины. Пожалуйста. Ян, мне снимать это? Вишняков, я тебя очень прошу, миленький, пожалуйста. Но это будет такая сенсация, я тебя очень прошу. Это же... Господи, да вы что, не понимаете? Вы же гражданские лица! Я права не имею рисковать вашими жизнями! Ян Георгиевна, выходим! Я не пойду! Живо из машины, я сказал! Ты понимаешь, кто я? Оператор, убери ее из машины! Не усугубляй! Ты что, ты застрелишь меня? Убери ее, я тебя умоляю! Пожалуйста, выйдите из машины! Урод! Вот же дура-то! Ну всего есть предел, это просто беспредел! Он не холостыми стрелял же, ша! Ну чего ты, дуреха, расстроилась? Да еще наснимаем кучу всего, ну подумаешь... Яночка, Яночка, ну, ну идем белочек снимем каких-нибудь, ну. Каких нахрен белочек?
Вот я ему жизнь, можно сказать, спас! Ножку убери. Убери, убери. Виктор! Как здорово, что вы здесь! Ну и что вы здесь делаете? Хорошо. Ай! Ой. Что, нога? Нога. Ой. Ой. Ногу вывернула? Ой. Давай, аккуратно. А вот ой. Это плохо. Ой. Так больно. Ой. Очень вовремя, Яна Георгиевна. Аккуратно, держись. Как это вас угораздило, а? Трогай. А кто трогает? Все равно придется такую повязку наложить. Иначе идти не сможешь. Садись. Куда идти-то? А я знаю, куда вы шли. Я не понимаю, что вы здесь вообще делаете. А мы не шли, мы ехали. На участковом его табуретке. Ой. Дай ногу сюда. Так, держи ее, я ботинок сниму. Так что случилось? Капитан Вишняков нас предательски бросил, высадил в лесу. Потерпи. Тихо, тихо, тихо. Быть такого не может, чтобы он бросил. Ну еще как может. Что мы тут делали? Ну, если что-нибудь случилось, какое-нибудь обстоятельство чрезвычайное, то да. Были обстоятельства до классного репортажа. Да. И что же вы такое снимали? Что он у вас высадил? Погоню, ой. Стрельбу. А что, Коля? Прав, Коля. Ой. А Коля ваш испортил нам весь репортаж. Так, у меня два варианта развития событий. Осторожно. Первый. Мы идем в поселок. Давай, 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 давай. Второй. Мы идем на кордон. До поселка дальше. На кордон. Я вообще не хочу никуда идти. Это понятно. Я хочу лечь, закрыть глаза и подумать. Да, как я такая умная, да в такое-то вляпалась. Я убью тебя, Боря! Потом, потом. Тихо, тихо, не нервничай. На, держи. Вот и палочка, выручалочка. Давай, рука. Идемся. И оп! Оп, молодец, молодец. Осторожно. Вот так, баба-яга. Истинная нога. Вить, возьми я. Держи. Почему я выбрала эту работу? Почему? Пойдем. Не спеши, не спеши. Спасибо. Пора в дорогу. Так, все хорошо. Вам помочь? Здравствуйте. Вот молодец. Пожалуйста, пожалуйста. Оп. Осторожно. Ага. Спасибо большое. Да не за что. Занесло ж тебя, ментяра. Предлагаю вам сдать оружие и проследовать за мной в отделение. Какое отделение? Сбербанка, что ли? Подкрепление я уже вызвал, так что сопротивление бесполезно. Кого ты вызвал, малохольный? Ангелов с небес? Или этого, переростка своего с малюсенькой звездочкой? Руки!
За ним держи. Палыч, встречай гостей. Палыч. И здесь его нет. Кто такой Палыч? Один старикашка. Как-то попросился у меня переночевать и остался жить. Тесть, зять? Свёкр моей дочери. Так, удочек нет, на озере на рыбалке. Стало быть, вечером побалуемся ушицей. Ушицей, уха, суп из рыбы. Зивью зуппа. Да, наверное. Это вкусно, это мне нравится. Оп, осторожнее. Тех, которые подожгли, не нашли? Нет, не нашли. Жалко. Не все люди такие приветливые, как вы, Инара. Спасибо за приятные, одобрительные слова, Александр. Никогда не думала, что в ноябре лес такой красивый может быть. Это потому, что, Елена Георгиевна, бегаем все время, суетимся. А вот сейчас идем спокойно. Есть время рассмотреть погоду, природу. Ой, Борь, ты знаешь, разговорный жанр – это не твое. Скажите, товарищ лесничий, а вот чего мы идем-то так? Не жаль, нет какой-нибудь трубки, дорог человеческой? А ему асфальт подавай. Не, ну зачем? Я же говорю, звериная тропа какая-нибудь, просека. Это самый короткий путь. Ну да. Тропка плюс 2 километра. Вот. Нам ее еще на себе таскать придется. Не-не-не, у меня вон камера, штатив.
Техника японская. Японская она у меня. Бережного отношения требует. Так что, Ян Георгиевна, все несешь ты. Да, Боря, хороший ты друг. Сегодня я твой друг. Сегодня он твой друг. Да брось, кисту метров осталось, потерпи. Послушайте. Что? Слышите? Слушайте, это Вишняков едет, нет? Его транспорт. Вот зараза, а. На пониженной идет. Так сухо вроде. Ой. Или груженый. Кто ж так движок-то не бережет? Боже мой, как у вас тихо. Я никак не могу привыкнуть. Ну, после города, конечно. А что, у вас разве нет таких мест, где только лес и птицы? Конечно, есть. Но другое. Как бы это сказать? Природа другая. Природа тоже. Больше как после парикмахерской. О, а у нас? Дикая. Нет, это не до слова. Девственная. Во. Девственная. Да. А люди здесь живут? Люди. Вы давно один живете? Да, почитай, всю жизнь. Жена не прижилась. Не по нутру ей тут пришлось. Не по нутру? В город подалась, да. Хозяйство было, дом, она уехала. Женщине виднее. А вы бы остались, если вдруг так? О, черт! Легка на помине. Кто черт? Сейчас увидите. Тёпче, привет! Не помешала? Здрасте, Елена Николаевна. А чем же вы уже помешать-то можете? Ненавистный вам кордон сгорел, дочь с внуком в городе, на зяте лица нет. Гостю, постыдился бы? Добрый день, меня Инара зовут. О, иностранка. Пока мы там по роддомам ездили, педиатров подходящих искали. Смотри, как тут все поменялось. Не твоего ума дело. Живем, как знаем, ни в чьих советах не нуждаемся. Оно и видно. Местных баб окрутить не получилось. Знают, как облупленного. Ты границы расширяешь. Конечно. Тебе всегда мужички неотесанные нравились. Где он тебя такой нашел-то? Или товары почтой выписал? А что вы на меня набросились? Не понимаю. Какая почта, какие товары? А кто вы такая? Ты такая? Я мать! Его дочери! Я ее вырастила, теперь внука спасаю, а он тут карнавал закрутил! Ну что ты? Жена моя бывшая. Настолько бывшая, что никак дорогу сюда позабыть не может. Ну да, латыка верим будет слык так. Похоже на то. А вы думаете, я не понимаю, что вы сейчас гадость про меня сказали? Мой совет тебе, милочка, уезжай отсюда поскорее, пока это болото не затянуло! Ромашки, птички, зверушки проходили все это 12 лет! Любовалась! Вы странная женщина. Мы с Александром Ильичем совсем по другому поводу встретились. Что ты к человеку пристала? Тебе свою грязь в городе не на кого выливать, так тебя в лес понесло? Он мне в поселке помогает. У меня там дом. Ой, вы же жилище себе подыскали. Ты смотри, а, Саша, какой ты сообразительный-то! Из погорельцев сразу в женихи! А хотя бы и так. Потрясающе! На свадьбу позовешь? Ой, вы не странная, вы злая. Ой. Я? Что? Что ты сказала? Слово знакомое вспомнила! Все, все. Да я тебя сейчас, курица общипанная! Да я как ты дорогу-то сюда нашла! Мужика все. Своего нет! Это этого присмотрела! Ну, а ну-ка, хватит! Пустишь за меня, господи! Ты что там в городе, на цепи сидела, что ли? Сорвалась! Ух ты! Так, Инара, берите свой фотоаппарат, я вам сейчас озера покажу. Зачем она ревнует меня? Ну, я натура не... такая у нее. Она с машиной ничего не сделает? Пусть только попробует. Эх.
Тошнит? Не. Точно? Точно. Так, больной, не распускайте руки. Вы мешаете мне делать перевязку и обрабатывать вам рану. Доктор, ваш рабочий день, между прочим, закончен, так что... Так, не придумывай. И вообще, я ж не простила тебя за твое безрассудное поведение. А если б тебя убили? Лен. Или ранили? Ну чего ты такое придумываешь? Никто же никого не убил, не ранил. Лен. Ты же знаешь, что я не люблю, когда ты плачешь. Лен, ну что мне сделать? Тебе на ужин остаться. И меня до дома проводить. И не ходить в управление своих этих бугаев оформлять. Понятно? И вообще, хочу, чтобы ты был мой. Мой. Навсегда. Тише ты. Ого-го-го. Зарядила-то. И не угокай тут. А то веду тебе снотворное. Будешь меня тут валяться. Отлично. И что же мы тогда будем вечером? Как же ужин-то наш, а? Я тебе витамины через капельницу загонять буду, понял? Отлично. А утром? А утром новая доза снотворного. Понятно? Ну... И будешь у меня тут. Неделю со мной. Ох ты ж, боже мой. Что же мне бедному участковому делать-то, а? Соглашаться? Да. И дома ужинать. И отдыхать побольше. Понимаешь? Лен, слушай, ну подожди, а если террористы, если возникнут-то, что же мне тогда тебе звонить, что ли? И сказать, что, извини, обед отменяется, у меня тут перестрелка? Какие террористы? Ну, тут да, одни трактористы. Ну, знаешь, все бывает первый раз. Я все-таки служивый. Значит, все-таки работа. Ну, заладила. Ну, что ж ты придумала, Лен? Ну, слушай, ну я обещаю, что не исчезну, больше не поставив тебя в известность. Ты же моя любимая жена. Ну. Честно, честно. Честно. Коль, ну какой ты у меня дурачок. Я тебя так люблю, Коль. Коль. Так отойди от меня. Своими ранами. Остановитесь, пожалуйста! Остановитесь! Помогите! Помогите, пожалуйста, нам! Очень нужно! Пожалуйста! Мы с телевидения! С телевидения! Второй канал! У нас телеведущая, понимаете, ногу подвернула! На эстогородку надо! А вы что, спасибо снимаете? Вам большое! Добрый человек! Елена Николаевна, что случилось? С Санькой что-то? Где Ирина? Ира? Где Ира? Ира твоя сейчас! Сына нянчит, пока ты тут! Здравствуйте, Яна Панова, второй телеканал. Елена Николаевна, я знаю, что вы не просто так сюда приехали. А что, мать жены должна приезжать, когда что-то случается? Вот приехала посмотреть. Ради кого это егерей из отпусков отзывают? Они сами этому рады. Оказывается, вот оно что. Ну и что? А то, пока Иринка ночами не спит, ты тут с девицами развлекаешься. Законспирировались в телевидении. Да что вы себе позволяете? Да... Ты сказал ей хотя бы, что у тебя еще сына года нет. Послушайте, вам что, заняться нечего? Я не стою. Так, ты помолчи. Ты поживи с моё, а потом поговорим. Да я поживу, понятно? Но никогда не позволю себе так разговаривать ни со своими детьми, ни с отцом своего внука. И, между прочим, он только и говорит, что про свою жену и про сына. У вас что, проблемы? Вот вы куда ехали, туда езжайте. Мы без вас разберемся. Езжайте, куда ехали, правда. Разберемся. Без сопливых. Уверен. Пойдем. Ой. Давайте. Говорите, он здесь каждое дерево знал, брат мой? Да, каким-то
совершенным чутьем обладал. Как первобытный человек. Жаль, что мы с ним не в одной лодке плыли. Извините, я не расслышала. Что вы сказали? А, я спрашиваю, дома семья осталась, муж, дети? Да нет, одна справляюсь. Неужели такая женщина, как вы, бывает одинока? Как видите, бывает. Что, никого не было? Ну, почему не было? Было? Разве я похожа на монашку? Было. Но мы расстались 10 лет тому назад. А дети? Не сложилось. А я внука дождался, да почти не вижу его. Это плохо. Неправильно. Так не должно быть. Так сами видите, кто мешает. Ну, мне очень жаль. Вы могли ей сказать, что я все равно скоро уеду. А это ее не касается, кто у меня гостит и откуда. Но в моей жизни есть одна длинная командировка. Да. На колесах. На колесах и колесом. Ремонт для себя сделала, неблагодарная. И он тут ни при чем, да. И он ни при чем, как же. Лучше ходить по лесу, птичек слушать. Дед называется. Ой, как у меня от этого голова всего пухнет. Нет, ну придумать надо же. Мать, враг номер один. Я это так не оставлю. Пусть у него теперь голова болит. Что это расстройство на лице? А из-за Елены Николаевны. Принесла ее нелегкая. Шумела? Ну, еще как. С полоборота завелась и как... Ладно. Не бери ты близко к сердцу. Слушай, тебе сейчас не со мной сидеть надо. А вокруг нее виться. И так фигуры выписывать. Ну, что ты в этом понимаешь? Ты посмотри на нее. Она вся словно с картинки. Ну и что? Что? Нравится картинка, да? Ну, давай, бой! Ну! Ну, что ты неси уж? Давай потише. Что, отказываешься, да? Ну, тогда скажи сразу. Я, знаешь, в себе силы чувствую. Куда ты лыжи навострил-то? Ну, а что? Тебе, значит, можно, а я физиономии не вышел, да? Она как появилась, у меня даже сердце перестало болеть. Так что извини, родственничек, подвинься. Гляньте на него. Это надо же, года не прошло, как при смерти лежал, а туда же. Ты. Чайку бы сейчас. А, это мы мигом. О, как здорово. Дай-ка. Ну, хорошо, пойду садок проверю. Давай, проверь. Чего это он? Да мы с ним тут одну тему, такую спорную подняли. А, спорную? Если не секрет, какой же? Ну, почему секрет? Не секрет. Так. Я знаю, наверное. Признавайтесь, про меня сплетничали? Нет. 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 Мы все больше о возрасте. Ну и кто победил? Не успели выяснить. Я помешала. Вы попробуйте чай, он из лесных ягод. Спасибо. Вкусно. А ваша работа, это как? А ну, что значит как? Лес стерегу. Угу. Смотрю, чтоб зверушек моих не обижали. Вам это для очерка или самой интересно? Как сказать, мне здесь все нравится. Воздух, деревья, люди интересные. Но найти предлог, чтобы остаться здесь, жить навсегда, я просто не могу. А, вот значит, какой глубокий вопрос-то возник. Вы можете не отвечать, если не хотите. Ну, почему не хочу? Могу.
Только я не знаю, с чего начать. Ну, долго вы здесь живете? Долго. Если армии не считать, всю жизнь. И вам никогда не хотелось вот так бросить все и уехать куда-нибудь? Это куда же? Ну, куда-куда. Вы же не старый, довольно симпатичный мужчина. Неужели вам не интересно, ну, например, большие города, другие страны? Скажите, Севиетес. Что? Я хотела сказать, не интересовали ли вас красивые женщины? Нет, ну почему? Случалось всякое. Но мало что получалось. Не всегда. Тут ведь одной любви недостаточно, чтобы собрать чемодан и уехать с лесничим. Глухомань, говорят, а меня обратно тянет. Тут же все, и воздух, и вода, все родное. Я даже своих печук по щебетанию всех узнаю. А на рассвете вот к воде выйдешь, удочку забросишь, а вокруг тебя как в филармонии. Кто только не играет. А потом на травку откинешься, а по небу облака белые бегут, словно из сказки звери. И листва шумит, как море. Да тут никаких курортов не надо. А вы говорите уехать. Как вы красиво сказали, лесная поэзия. Да какая поэзия? Просто от души для вас. Красивая у вас душа. А, заскучали тут без меня. Он наловил на ушицу для гостей. А, на фирменную ушицу. Устроим пир. На весь мир, так говорят, да? Да. Да. Да не переезжал я ее! Сама она под колеса бросила! Сама! Сама! И что думал сама? Да где ж это видано, чтоб животина сама под колеса бросалась трактора? А может, ты ее довела, а? Может, она в своей честной жизни вот и покончить решила? Вот. А как это так? А вот так это вот так. Ты когда ее в последний раз с петухом видала, а? А при чем здесь петух? Вот! Куры разводишь, да? А газеты ведь не читаешь. А там сказано, что в Америке, если у птички или у собачки нету супруга, так в тюрьму садят. А за что это в тюрьму-то? Как за что? За вот ущемление прав. Сколько у тебя курей бегает? Штук 50, да? Не меньше. А петухов? Ну, раз бы я обчелся. Так вот и подумай. Подумай. Так ты мне зубы не заговаривай! Ишь, надумал! Моим курям женихов искать! Я участковому позвоню, он такую тебе свадьбу устроит! Куда забраться? А ну, слезай! Стой! Окаянный, чтоб ты до поворота не доехал! Чертяка ты очкастая! А еще свататься приходила! Романтика. Телега со скрипом, лошадь в упряжи. Это конь. Ну хорошо, пусть будет конь. Какая разница? Птички-синички. А сейчас ты должен сказать, и такое я вижу каждый день. Я вижу такое каждый день. Ну вот и поговорили. Послушай, если ты расстроился из-за тещи и свекрови, они всегда такие, понимаешь? С чего ты взяла, что из-за нее? Конечно же, если ты расстроился из-за меня, то это намного проще. У меня всегда мужики влюбляются. Ну вот еще. Хочешь сказать, не нравлюсь? Почему нравишься? Задорная, веселая, симпатичная. А еще? Фигурка ничего. Принимаю. Глаза красивые. А какого цвета у меня глаза? Кажется, зеленые. Разные. Ну тихо, ну это же секрет, Боря. Прям такой секрет. Глаза действительно разные, от времени года меняются. Сейчас осень. Угу. Да. Задорная, симпатичная, веселая, глаза красивые. А глубокого чувства не вызываю. Хорошая перспективка. А ты что думала, что я при первой встрече к тебе на шею кинусь? Почему на шею? Нет, конечно. На колени сразу, Витя. Я других признаний не принимаю. Вот оно как.
Знаешь, я... У меня этот этап в жизни давно закончен. Проза осталась. Почему проза? У меня сын родился. А это, между прочим, похлеще всякой поэзии будет. Да, кольки-подгузники, бессонные ночи. Борь, ты знаешь, вот ты как влезешь, вот ты сейчас такой монолог запорол. Яна Георгиевна, это суровая правда жизни. Да. Валентина Ивановна, что случилось? Да Коленьку в район повезли. Как повезли? Боря, я только что его видел. Ну, Бундюков в лесопилке Боря, задерживал. Ну, покалечили мне ребенка. Ой, Боря. Тетя Валя живой? Да живой он, живой. Леночка, он реабилитацию вызвала. А где Лена? Да с ним, господи. Послушайте, что случилось вообще? Что происходит батюшки, у вас? Батюшки, и журналистку покалечили, а? Ой, да не покалечили, Валентина Ивановна, да просто ногу подвернула. Давай. Да со мной все нормально, я полежу и все. Да давай скорее дядь Коль, в дом. Спасибо. Да как ж так, да, покалечили человека, а? Да сейчас, сейчас я вам компрессик сделаю, шарфиком собачьим перевяжу. Не-не, я пас. Врачи не рекомендуют. Что, врачи не рекомендуют кричать от счастья, что ли? Нет, от счастья нет. Просто не рекомендуют, ну, не делать резких движений, резких звуков, там, понимаете, острое, жирное, мучное, мясное. Что это за болезнь такая? Старость. Ой, иронизируйте, Александр Ильич. А мы, между прочим, по возрасту почти одинаковые. Только жизнь в городе год за два идет, как на подводной лодке. Ну, то, что нас не убивает, то нас закаляет. Кто-то вы такие закаленные из города приезжаете. Осторожней. Да-да. Одного язву, другого остеохондроз, почки-цветочки. Если это камень мой огород, то у меня органы все на месте и в прекрасном состоянии. А чё ж ты кряхтишь, как старый дед? Мы еще километр не прошли. А ты кто? Ты тоже дед далеко не 20 лет. А мне разойтись надо. Все-таки полгода на кровати лежал. Полгода? О. Да, шланговал он. Хотел рекорд поставить лежание на койке, лентяй. Ну да. Привык со зверьем молчать. А тебе что, прорвало? Знаешь что? Что, что? Сейчас заведешь глушь и бросишь на сиденье диким кабанам, что ли? А? Да если б не женщина, я такого тебе кабана показал. Какого кабана? Да знаешь, кто ты? Тихо. Это что? Серьезно, что ли? Не серьезно, конечно. Просто хотелось по-стариковски потолкаться. Ты знаешь, кто ты? Кто? Пес старый. Лазь нужно, а проку от тебя никакого нет. А ты знаешь, кто ты? Кто? Ты кто такой? Ты пень трухлявый, пень! А ну снимай перданку! Сейчас я тебе покажу, кто я такой! Ну, а ну прыгай! Погоди! Все! Ну-ка! Эй! Ну! 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 Эй